Весна – начало свадебного сезона, и многие мечтают отметить день бракосочетания так, чтобы он остался в памяти как у молодоженов, так и у гостей праздника. Как оформить ресторан, каким должен быть свадебный торт, ведущий и фотограф? Получить ответы на эти и другие вопросы нижнекамцы могут на свадебном семинаре 2015, который организовал журнал «Счастливая пара». Определиться с выбором торта или других свадебных атрибутов сейчас непросто. Ассортимент настолько велик, что глаза разбегаются. На семинаре были представлены самые актуальные десерты и цветочные композиции 2015 года. Такое мероприятие журнал «Счастливая пара» организовывает уже не в первый раз. Но мне бы сегодня хотелось, чтобы наша сегодняшняя встреча была счастливой. Зал ресторана «Варна» был переполнен. Принять участие в свадебном семинаре могли все будущие новобрачные. Достаточно было всего лишь подать заявку. Главным призом стал сертификат на сумму 100 тысяч рублей, но об этом немного позже. Пока же лучшие представители свадебной индустрии приготовили для гостей шоу-программу и показы свадебной и вечерней моды. Интересно, взглянуть для себя что-то новое. И также выиграть сертификаты на 100 тысяч рублей, кто бы хотел. Удачи! Денис и Альфия вместе уже 4 года. Они, как и другие участники семинара, совсем скоро поженятся. Их свадьба состоится через 2 недели. Потенциальный жених уже пребывает в предпраздничном настроении. Помимо главного приза разыграли и другие подарки. Одним из них стал сертификат от телерадиокомпании «НТР» на поздравления в эфире канала. Нет, мы с намерением пришли. Вернемся к сертификату в 100 тысяч рублей. Обладателями приза стала пара Ильдара и Екатерины. Благодаря сертификату их торжественное событие станет намного ярче. В целом же семинар шел на протяжении нескольких часов. Информационным партнером была телерадиокомпания НТР. Аделия Стиразова, Евгений Лазаев, новости НТР.